кафедры торговой политики приглашает на обучение по магистерской программе «Организация и технологии торгового бизнеса». Программа предполагает подготовку специалистов в основном для сферы обращения. Но формируемые компетенции выпускников настолько широки, что последующее трудоустройство предполагается и в органах власти и управления, в науке, в банковских структурах, ну и в торговых, естественно, тоже. С Раилом Неплехановым успешно сотрудничаем уже второй год по программе подготовки руководителей для торговой сети Rulemakers. Большинство стажеров программы являются выпускниками кафедры торгового и дела. И их действительно отличает качественная базовая подготовка, которую они получили в ВУЗе. Рынок ритейла на сегодняшний момент является самой быстро растущей отраслью. И именно поэтому магистратура и бакалавриат кафедры торгового дела являются актуальными и востребованными для подготовки специалистов этой отрасли. Я несколько думала над поступлением в магистратуру, но мой выбор пал именно на эту программу, потому что на кафедре торговой политики преподают настоящие профессионалы своего дела. Кроме того, приятным бонусом было то, что на занятиях присутствовали иностранные преподаватели, которые делились своим зарубежным опытом. Мы живем в динамично меняющуюся эпоху, в эпоху цифровой экономики, которая дает принципиально новые возможности для торговых компаний, для потребителей. В связи с этим очень важно получить новые компетенции, востребованные в будущем. Именно их вы можете получить на магистерских программах факультета торговли, на кафедре торговли и быть конкурентоспособными в будущем. Спешите быть первыми. Я хотел бы поделиться своим опытом обучения на данном факультете и рассказать о магистерской программе. На предмете бизнес-проектирования мы реализовывали кейсы, и в частности у нас был преподаватель, вице-президент Селла, который нам рассказывал интересные вещи. Плюс ко всему, данное обучение можно совместить с работой. Это очень удобно, потому что график располагает. Хочу сказать, что у наших студентов есть возможность получения дополнительного образования. Одним из ключевых проектов является проект подготовки управленческих кадров Rulemakers, проводимый совместно с X5 Retail Group. Данный проект позволяет получить удостоверение о повышении квалификации и трудоустройства в одной из ведущих торговых сетей России.